Меняется государственный строй и название структур, но предназначение полиции остается неизменным – защита граждан и борьба с преступностью. В этом году сотрудники органа правопорядка отмечают 300-летний юбилей. История создания полиции уходит корнями еще в царские времена. 300 лет тому назад указом Петра была создана полиция, тогда, когда строился город Санкт-Петербург, и Петр Первый наводил, так сказать, порядок в борьбе с преступностью, охране общественного порядка. Праздничную программу полицейские открыли возложением цветов. Красные гвоздики и минуты молчания для офицеров МВД, которые до последнего выполняли свой служебный долг. У монумента на страже порядка почтили память сотрудников, погибших в горячих точках и в мирное время. Мирное время и военные годы тысячи наших коллег добросовестно и самоотверженно охраняли правопорядок. Многие отдали жизни и до конца оставаясь верным присяге долгу. Мы возрождаем добрую память о них, независимо от эпохи, которой выпала честь служить своей стране и ее народу. Подобные мероприятия проходят по всей стране. В Ульяновске праздник разделен на две части – памятную и торжественную. После митинга полицейские отправились на концерт и выставку тематических площадок в Дом культуры «Современник». Виктория Чиркова, Даниил Сурков, новости Ульяновской правды.